Sure. Stones. Сейчас проедет. Как поезд называется? Пальмира. Северная Пальмира. Пальмира. Вот такие баррикады создаются на каждом переезде при проходе скоростного поезда в Выборг и обратно, соответственно, из Питера в Выборг, с Финляндского вокзала. Скоро пойдет, засниму вам. Видите, два шлагбаума, простенький, стандартный. И здоровая металлическая труба. Вот таких, в таких вот конструкциях. Вот видите. Бронебойные. Если захочешь, не сворочишь ее. И подъемники. Аллегра. Аллегра, да. Аллегра называется поезд. Нет, это не Аллегра. Это пародия на Аллегра. Это грузовой. Я думал, что только Аллегра так встречают. Нет, господа, я вас обманул. Это не Аллегра. Это простой грузовик. Многокилометровый. Да, длиннющий. Повез, наверное, канистры в Приморск заправлять бензином. Но все равно радует надежность укрепления переездов. А нет, господа, вот и Аллегра. Это не Аллегра. Это электрическая скоростная, пардон. Ласточка. Ну что, откроет она переезд? Вот так происходит открытие переезда. Ждем, когда добежит. Тут шлагбаум, видно, автоматика испортилась. Приходится бегать. Да, Санкт-Петербург особый город. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.